Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре, как вы могли уже понять, внешняя звуковая карта от Креатив. Это у нас Sound Blaster X AE5 Plus Pure Edition. Кстати, данную звуковую карту можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку оставлю под этим видео. Наверное, каждый из вас хоть раз задумывался о покупке внешне дискретной звуковой карты. Понятное дело, не того уровня, как встройка, например, а что-то более интересное, более серьезное. Но в этом случае надо для себя понять, а как вы собираетесь использовать эту звуковую карту, а для чего она вам нужна. Либо вы хотите сделать объемный звук из колонок, и это, блин, круто, когда ты играешь не в наушниках, но при этом всю атмосферу понимаешь. Это также подойдет и для просмотра фильмов с объемным звучанием, блин, и это тоже очень круто. Либо у вас есть, либо вы хотите купить хорошие наушники и восхищаться звуком, точнее кайфовать от звука тех композиций, которые вам нравятся. Лично я очень давно сижу на встройках. Дискретная карта у меня была, наверное, на самом первом компьютере, когда встроек еще, наверное, не было тогда на материнских платах. Кстати, был у меня период времени, когда я купил себе плеер Kavon C2. Тогда же у меня появились наушники Sony XB500, потом XB700. И я кайфовал от звука, но потом как-то все вот это вот затихло. И до недавнего времени я черпал звук только из встроек звуковых карт. Я не скажу, что они какие-то супер хорошие, как бы там ни писали производители, даже на топовых материнских платах. Все это нормально. Но, блин, всегда хотелось все-таки прочувствовать, а вот что значит дискретная звуковая карта еще и с хорошим звуком. Но для того, чтобы все понять, вам нужна либо хорошая акустика, либо хорошие наушники. У меня есть колонки от JetBalance, старенькие, дохленькие, полурабочие, звук там так себе. Но сегодня, благодаря моему подписчику Сергею Петрову, за что ему огромное спасибо, он дал мне для этого случая свои наушники. Это у нас Beyer Dynamic DT1770 Pro, наушники закрытого типа с сопротивлением 250 Ом. Это действительно крутые наушники. Я еще не вкусил все это дело со звуковой картой, но сегодня мы все с вами узнаем. Так что давайте все дело сначала подключим нашу звуковую карту, посмотрим на подсветку, настроим, а потом уже будем восхищаться. Очищаться или нет от звучания через эти наушники. Ну что, давайте включать фирменное ПО Sound Blaster Command. И у нас здесь есть требуется обновление, значит, обновляем прямо сейчас. Все это у нас скачалось, загружено, и можно продолжить установку. Давайте так все и сделаем. Ну и запускаем. Снова запускаем Sound Blaster Command, и опять нужно обновить. Ну, обновляем. Что ж поделать-то? Итак, драйвера у нас установлены, и вроде как требуется перезагрузка, значит, будем перезагружаться. Перезагрузились, все установлено, обновлено, все как положено. Снова запускаем Sound Blaster Command. И первым делом идем в подсветку, потому что подсветка по умолчанию у нас выключена. И давайте ее включим. Вау, все работает. Здесь также можно отключать по 10 светодиодов, как я понял. Да, то есть по кусочку ленты можно отключать, но нас интересует полная подсветка всей ленты, так что вот таким вот образом все это светится. Есть различные эффекты, это круто, это прямо прикольно. То есть тут каждый желающий для себя найдет то, что хочет. Так, цикл, различные варианты подсветки, скорость, в общем, здесь все это регулируется, все это делается супер. Но подсветка — это больше украшательство. Нас же интересуют именно все настройки. SBX, игра Blaster X Pro Gaming Team, кинотеатр, концерт. То есть здесь мы можем, соответственно, выбрать любой звук для нас.
Battlefield даже есть. То есть для различных игр есть пресеты. Это прикольно, это круто. Эквалайзер у нас по умолчанию выключен. Тут, соответственно, каждый желающий может все что угодно сделать. Меня он пока не интересует при внешнем первом знакомстве. Ну и смотрим. Выход на динамике, либо на наушники. Все это с вами дело можем регулировать. Это круто. И, соответственно, все это дело подстраивать. Так, есть у нас цифровой выход, тоже можно настроить. Но нас интересуют наушники, Direct Mode. С помощью режима Direct Mode можете получить звук в его чистейшей форме прямо от источника. К этому выходу не будут применены какие-либо аудиоэффекты. Вот это прикольно. Можно регулировать звук аудио. Соответственно, здесь мы тоже можем выставить аж до 32 бит. Запись. Микрофон у меня сейчас не подключен, у меня сейчас микрофон USB, то есть со встроенной звуковой картой. Scout Mode. Здесь мы с вами можем слышать шорохи, шаги и так далее, усиливающие этот эффект. Кодировщик, соответственно, различного звука. Это у нас, опять же, будет очень круто для просмотра различного контента, фильмов, конечно же. Микшер громкости на различные выходы, подсветка, вход. Собственно, здесь, видимо, можем залогиниться со своими настройками. Все остальное мы с вами уже обновили. Что ж, вот такие вот настройки. Но дайте мне немного времени, чтобы попользоваться и вкусить звук со всех различных режимов. Кстати, давайте перейдем на официальную страничку нашей звуковой карты от Creative. Sound Blaster X Pro Gaming AE5 Plus Pure Edition. Да, с подсветкой, да, в белом цвете. Песня, красота. Супер. Обновите звучание с нашим Sound Blaster X AE5 Plus Pure Edition. Теперь с Dolby Digital Life и DTS Encoding для еще большего количества вариантов передачи объемного звука. RGB подсветка, звук, специально дискретное двухканальное усиление наушников XAMPP. Круто, каждый канал у нас усиливается отдельно. ЦАП класса Сабре. Идем дальше, улучшение звука. Различные улучшайзеры. 7.1 тоже поддерживается только в виртуальном исполнении, потому что здесь нету такого количества разъемов. Sound Blaster Acoustic Engine. Это у нас различные улучшайзеры, которые можно использовать в играх, и они действительно помогают. Обязательно Scout Mode, когда у вас усиливаются такие звукоигровые сигналы, как шаги и звуки переключения оружия, сдержанный стиль, да, если что, есть версия в черном цвете, ну и наши характеристики. Усилитель для наушников от 16 до 600 Ом поддерживается, это круто. Я буду тестировать на 250 Ом наушниках. Динамический диапазон 122 дБ. Звуковой процессор SoundCore 3D, платформа PCI Express, все мы это с вами видели. Различные выходы, в том числе и оптический. Так, про наушники проговорили, технология Crystal Voice Scout Mode, все это тоже. Ну и аксессуары. У нас в комплекте есть RGB лента. Карта предназначена для воспроизведения и записи, ЦА, питание и рекомендуемое применение. Игры и домашние развлечения, то есть фильмы, музыка и так далее. Системные требования, комплект поставки, гарантия загрузки, в общем-то, все. Ну что, и послушал, и поиграл, и я в восторге от звуковой карточки AE5 Plus в белом цвете. Это у нас Pure Edition и, конечно же, от комплектной подсветки. Подсветка вроде что такого, что в ней может быть необычного. А здесь у нас в изоляцию вклеены неодимовые магниты, и эта лента крепится. Не нужно ничего приклеивать, просто бам, и все у вас примагнитилось. 4 полос хватит, чтобы по контуру подсветить ваш корпус, например, внутри, или наоборот снаружи, или за корпусом, как вам удобно. В общем, подсветка, конечно же, плюс. Да, за счет этого все-таки подороже версия Pure Edition, но, блин, с ней действительно классно. Ну, а теперь давайте поговорим про звук. Я
можно так сказать, являюсь меломаном, мне нравится абсолютно разная музыка. Да, в большинстве случаев я, конечно же, фанатею от русского рэпа, еще от лирического, но, так сказать, я вкусил с детства все эти вот меломанские темы, потому что отец у меня слушал рок, зарубежный рок, разного времени, поколения, брат у меня металлюга, и сегодня, когда я начал искать, а какую, блин, музыку мне послушать, я просто полез в поисковик, ввел Hi-Res музыка, сначала мне выдало там какой-то YouTube канал, где было несколько треков, я такой послушал, да, офигенно, но потом я перешел на следующую ссылку, это была Яндекс музыка с Hi-Res музыкой, и когда я начал слушать, друзья, я час просто не отходил. Там столько музыки, и вот эта вся музыка, которую я слышал в детстве, которую там слушал отец, которую слушал брат. И я сижу в наушниках и просто офигеваю, как, например, там у Металлики, каждую струну ты прямо ощущаешь, прямо вот до мурашек, у меня даже вот сейчас мурашки поднялись, это невероятно. Да, друзья, звуковая карта может дать вам такой эффект, конечно же, не без хороших наушников. Спасибо Сереге Петрову за эти наушники, я даже задумался о их покупке, о покупке точно таких же наушников, потому что настолько там крутой звук, это просто пипец. Листаешь следующую песню, следующую, неважно какой жанр, там даже я залип, блин, какой-то хор там пел, типа церковного, что ли, зарубежного, и ты такой, офигеть, просто как там все слышно, как все разборчиво, это вот, друзья, вот это не передать вам ни через какой микрофон, если бы я вам дал послушать, нет, друзья, это надо послушать и прочувствовать самому, конечно, только если вам на ухо медведь не наступил. Ссылку на этот плейлист я оставлю под этим видео, чтобы если вы захотите, тоже могли прочувствовать. Там и Боб Марли, и Aerosmith, и чего там только нет, и Red Hot Chili Peppers. Короче, блин, ну просто пушка. Не хочется снимать наушники, хочется просто лечь куда-нибудь поудобнее, чтобы только кайфовать от звучания. И эта звуковая карта, такой звук вам может дать. Да, в паре с хорошими наушниками, либо с хорошей акустикой. Что касается игр. Поиграть мне тоже удалось. Поиграть в форточку, а во что еще можно сегодня просто тупо провести время и отдохнуть. И это действительно классно. Я бы не сказал, что вот в играх есть там, да, какая-то разница по сравнению с дискретной графикой. Но, блин, когда ты включаешь всякие улучшайзеры, объемный звук, все дела. Да, вот тут прямо становится разница уже заметна. И участвовать в этих баталиях куда веселее. Так что, если у вас, так же, как и у меня, когда-то появлялась мысль о внешней дискретной звуковой карте, то обязательно попробовать стоит. Да, вам придется потратиться не только на звуковую карточку, но и на хорошую акустику, либо наушники, но, блин, вы не разочаруетесь, особенно если вы меломан и просто любите слушать музыку. Кстати, я также послушал треки и просто с ВК музыки, там есть у меня такие треки, с которыми я обычно, так скажем, проверяю там наушники или еще что-то, и вот здесь я бы не сказал, что разница заметна, но вот когда ты берешь Hi-Res, эти флаг и так далее, это просто божественно. Прямо вот каждая струнка, ты прямо слышишь, что вот эта струнка на этой гитаре, на отдельной, а вот эта струнка уже с другой гитары. Очень классное ощущение. Так что если вам нужна универсальная звуковая карта, как для прослушивания музыки, как для игр, так и для фильмов, то AE5+, а еще и Pure Edition в белом цвете, то, что вам нужно. Боюсь представить, что могут дать старшие модели, типа AE7, AE9, но кто знает, может и до них доберусь. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах, не только SSD, конечно же. Пока-пока! Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит эта звуковая карта, ссылочку оставлю под этим видео. Прямо стоящая вещь.